Ну что же, ребята, всем привет, с вами Рэй. Продолжаем отбивать натиски зомбарей на наш автобус. Так, давайте приступим потихонечку. Миссия 9. Начать битву. И кто у нас тут? Кто у нас тут, а? Обычный зомби, достаточно крепкий, но не очень быстрый. Ага, понятно. Давайте-ка проверим, что он тут из себя представляет. Крепкий-то наш зомби. У-у-у. Ты смотри-ка, достаточно крепкий малыш, а? Ну-ка, давай-ка. Ну что ты стоишь, тупишь, а? Ё-моё, да чё он как этот? Ядрить его нахуй, смотри-ка, он бежит. Давай, шериф, бомби их там всех. Так, отлично, ты сейчас мне ответишь за гибель моего брата, блин. Так, давай-ка, строитель, с чем-то там у нас, с ключом. Почему они стоят, тупят, я не могу понять, а? Так, подождите, там что-то выпало. Ага, денежки. Ясненько. Ну что ж, пока. Черт, это больно. Естественно, больно. Давай, давай, давай. Нельзя, чтобы они дошли до моего автобуса. Фермер, давай, прикрывай наших братков огневой, так сказать, мощью. Что такое? О, хрена, ты стоишь, блин. Перезаряжается он, а? Так, бочку. Нормально. Ё-моё, вы посмотрите, какой натиск. Срань. Да они разбирают меня здесь только в путь. Ребят, вы посмотрите, что творится. Так, медленный зомби, но пули не наносят ему значительного вреда. Блин, этот в каске придурок теперь что-то появился. Эй-эй-эй-эй, куда разогнался-то, браток? Ах ты уродливая с... Ну я понял, что он хотел сказать. Не буду это озвучивать. В общем, уродливая скотина. Скажем так. Давай, строитель, вся надежда на тебя. Ты у нас с гаечным ключом. Я смотрю, урон у тебя достаточно неплохой. Ты должен здесь справиться. Так, давай, очередной гробовщик, выбегай. У меня, ребятушки, соточка уже накопилась для пулеметной очереди. Ну, может быть, мы даже пока без нее обойдемся. Главное, что мы уже баррикаду ломаем. Это самое главное. Так. Давай, давай, давай. Я думаю, что два фермера должны тут справиться. Хотя этот, который в каске стоит, вообще никакого урона не получает. Минимальный, минус один. Это вообще ни о чем, ребята. О, разошлись. Так, отлично, полегли братки. Какие они мне нахрен братки, блин, зомбари. Кстати, что такое? Торопитесь, идет большая волна. Ёлки-палки, а вот этого я не знал, ребята, что тут еще какая-то волна будет идти. 27 секунд у нас осталось. Что там за волна будет, я ума не приложу. И, честно говоря, не хочу даже смотреть, что там такое будет. Отлично, прошли. 72%. Блин, 2 звезды дали. Ладно. Хорошо. Ну что же, ребята, продолжаем дальше рубиться здесь. Эх, чуть-чуть не хватило, чтобы уровень получить, блин. Так, а здесь у нас что? Ну что ж, миссия 12, нормально. Давайте тогда, наверное... А мы на 12 с вами остановились? Или на 11? Запамятовал. Короче, давай, гробовщик пошел. Опять мы находимся на кладбище. Опять эти гнилухи тут вылазят из-под ног. Так, вот это нам нужно. Строитель, давай вперед. О, с нимпом. Усиленный, значит. Это как раз то, что нам нужно. Бочонок. Один готов. Да ты, по-моему, тут ни одного положил, а уже, наверное, с десяточек. Так, тихо, не подходить к автобусу. Так, шериф на стрёме. Блин, почему нельзя как-то, знаете, что? Ух ты! Я прошел, даже сам не заметил. Почему нельзя радиус выстрела шерифу повысить? Он выглядывает только, когда они подходят практически вплотную к автобусу. Так, уровень должен получить, ребята. Я должен получить уровень. Есть. Кого дадут? Вау. Неплохо. Совсем неплохо. А это что такое? Нужна оценка. Что тут повыдавали-то? Да не буду я сейчас ничего оценивать. Хорош. Так, а ты что у нас? Мы нашли кинотеатр. Вы можете посмотреть и получить награду. Ну, давай. Деньги нам всегда нужны. Ну что, ребята, насмотрелся вдоволь я видосиков этих, зато получил, как видите,
полностью горючку и денег немножко. Ух ты, тайник. Забираем, конечно же. Открываем, и что нам здесь выпадет? Вау, ну-ка. Топливо, радио, таблетки, консервы и еще консервы. Ну что же, я вполне доволен. Так, отличненько. Ну и остальное нам вроде бы как не нужно. Да, там уже пошел чистый донат. Так, давайте-ка глянем. Я могу... Оу! Медпакет. Слушай, ну медпакет, это, конечно, хорошо, но я вот хочу вот этого. Чоппера. Давайте призовем его. Здоровье 120, нифига он, буйвол. Так, а здесь можно укрепить. Да, давайте сделаем. Неплохо. Довольно неплохо. И, наверное, еще... Нет, не хватает немножечко у нас, ребят. Ну, давайте, по крайней мере, вот так вот поставим. Все, да? А, еще бочку можно немножко усилить. Ну, я не знаю, до второго уровня. Хорошо, хрен с ним. Так, отличненько. Теперь у нас есть чоппер в команде. Так, консервы и щетка еще есть. Так, ну что, давайте теперь выбирать, куда пойдем, куда отправимся. Так, карту открыли еще немножко. Испытание 1, невозможно. Миссия 10. Миссия 10, а я уже 12-ю прошел. Ну что ж, давайте глянем, что здесь у нас. Так, отличненько. Давай, гробовщик, побежал. И как только у меня чувак выбегает из автобуса, вы заметили, да? Они сразу же начинают свой поход. Смачно ты его захоркал. Давай, строитель. Вся надежда на тебя. Бомби их там. Ух ты, с удара просто завалил. Эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо, куда бежишь там? Давай-давай, шериф, прикрывай. Нормуль. Так, не давать им спуску. Этим мелким зеленоголовым уродцам. Умри, правильно, гробовщик, орешь. Умри, блин, вот так вот. Ну, ну, давай, немножко осталось. Все, преграда там уже практически рухнула. Ну, есть, отлично, ребята. 3 звезды, прошли шикарно. Причем довольно быстро. 13 монет, 37 опыта. Все, что надо. Так, далее. Доступен новый уровень. Доступен новый уровень. Интересно, это как понять? Ну-ка. Уровень 2. Войти. Награды за все звезды. Так, а тут у нас что такое? Миссия 14. Нормально. Я не знаю, может быть, попробовать. Так, а тут-то что такое? Ежедневная награда. 50 золотых я получил. Получу. Через 3 секунды. Ну что же, я тоже этим очень доволен. Так, забираем. Как говорится... О, тут еще вон награды. Так, через 6 часов, через 4 и через 8. Угу. Что-то у нас... Ага, мы можем автобус с вами до уровня 3 сделать. Отличненько. Так, ну что, давайте, я не знаю, может быть, попробовать все-таки сюда зайти или не будем. А как вернуться мне, блин? Ну-ка, ага, вот. Вот здесь, значит. Давайте-ка обратно зайдем. Я еще тут не все прошел. Миссия 11. Давайте приступим к ней. Так, а это что у нас такое за... Видать, текстуры запали. Ладно, ребята. Не так это все плачевно. Придется проходить так. Раз уж начал. А почему, интересно? Или это так и должно быть? Их хрен его знает. Ну, сейчас меня больше волнует другое. Пройти... Да, прошел. Быстрее надо ломать эти баррикады. Блин, я хочу посмотреть, что из себя представляет чоппер. Ну-ка, нет, не дали. Но зато на поле боя выходит у нас фермер. Так, подожди-ка. Так, денежки заработали. Давай, бомби. Отлично. Ну, чуть-чуть не хватает. Ну, как он долго... Во! Вот, хе-хе, вышел. Ну, давай посмотрим на тебя. Что ты из себя представляешь? В красной панамке с топором. Прикрой меня! Орет фермер. Слушай, довольно вроде неплохо бомбит. Он своим топориком, я посмотрю. Вау, наотмашь. На, блин. Ну, 120 хп, это, конечно, вообще шикарно.
Это ж сколько нужно его звездарить, чтобы он погиб. Ах, черт. Фермер там что-то все время недоволен, да? Так, еще пробирочек взяли. Давай, ух, как раз хорошо. У меня строитель усиленный вышел. Так, бомбим. Черт побери. Так, давай, ребята, мы уже дошли до баррикады, надо ее ломать. Так, ты куда тут воскрес, а? Ну-ка обратно давай, помирай. Вау, прошли. Прошли и очень даже хорошо. 15 монет, 43 опыта. Нормуль, меня это устраивает. Так, что у нас тут еще осталось? Вау-вау-вау-вау, пооткрывалось все. Нормуль. Так, что такое? Продавец. У меня для вас есть кое-что. Ага, это он продает. И это можно купить. Не надо, у меня и так, ребята, денег нету. Да если, честно говоря, каждая копейка тут на счету. Миссия 13, невозможно. А здесь испытание 2, невозможно, блин. Офигеть, а когда будет возможно? Ну-ка, давай-ка на уровень 2 перейдем, да, наверное? Посмотрим, что здесь у нас. Так, миссия 14, да? Ну, потратим бензинчика немного. Это что такое? Почему так все черное-то? Типа непроглядная ночка, что ли? Или... Не пойму я, ребята, это так и должно быть? Или... Не пойму, честно говоря, что тут случилось? Текстуру, что ли, запали? Или что, я не врублюсь? Ладно, короче, фиг с ним. Будем пока играть. Потом проверим, блин. Срань. Слушайте, по-моему, да, ребята, что-то с текстурами, потому что вот они бьют баррикаду, но ее не видно. И мы прошли. Отлично. Причем круто довольно прошли. Елки-палки, неужели это так и дальше будет, а? Ну-ка, давай-ка, открывай. Обсуждение. Data Head. Не надо было мне нажимать, ребята. Выкинуло меня куда-то, фиг поймешь куда. В общем, я вернулся обратно в игру, и это хорошо. Миссия 15. Начинаем. Да что такое-то, елки-палки? Что за недоработки? Или у меня что-то глючит здесь? Так, ладно, ждем, ждем, ребята, ждем. Мне нужен вот так вот. Давай, строитель, беги. Хотя можно было бы дождаться и чопера. 35, но он там пока... Так, что опять? Слишком много зомби, ваши юниты боятся. Еще лучше, блин. И как это сказывается? Да ровным счетом, по-моему, никак. Так же дерутся, все вроде бы на мази. Так, пробирочки, пробирочки, ребята, храбрость выпала. Так, давай, беги. Так, и сундучок, сейф точнее. Да, я думаю, что толку от строителя будет намного больше здесь, чем от гробовщика. Хотя гробовщик в разы дешевле стоит. Все, я понял, ребята, в чем проблема. Чего не бояться, они очень медленно бьют. Прежде чем ударить, стоит и тупит что-то. Так, чоппер, давай, устройка. Я надеюсь, ты не будешь бздеть здесь. На-ка! Вот так вот, зомбарь, валяться. Вышел мясник. Это, наверное, не мясник, а какой-нибудь дровосек. Так, отлично. Пофиг ему на этих уродов в касках. Ну, фермер, давай. Прикрывай наш автобус. Блин, хотел сказать нашу базу. Вот тебе в помощь, как говорится. Гробовщик выбежал. Так, ребята, все, сейчас мы уже сломаем баррикаду. Осталось... Отлично, все, сломали. И мы едем дальше с вами на 16 уровень. Блин, единственное, что мне вот... Не знаю, в чем здесь баг произошел. Почему так все черное, блин, даже не видно этих... А, ребята, точно что-то с игрой, даже не вижу базы. Посмотрите, по карте даже не отмечается ничего. 5 уровень. Ёлки-палки, нифига тут надавали. И копа какого-то там, и пожарника. Блин, может быть, перезагрузить игру? Ладно, пока мы поиграем так, а потом уже в следующей серии посмотрим, изменится что-нибудь или нет. Так, миссия 16, давайте, поехали. Блин, ну как это некрасиво, как будто... Просто ночью... Ни хрена, когда не видно. Опа-на, вот что это за зомбари такие вот красненькие? Мне интересно знать. Это, наверное, тоже как вот мои усиленные с нимпом бегают.
Так же, наверное, и у них. Только у них вот красный таким подсвечивается. Ёлки-палки, мой упал в страх. Слушайте, что-то уж больно их тут дохрена, этих в касках вышло. Здесь, я думаю, нету резона вызывать фермера. Хотя... Оу, еще и бегун бежит. Тихо, бегун, блин, ну-ка. Давай, фермер, о, шикарно. Ну-ка, теперь у нас будет строитель разбираться с этими уродцами. На-ка. Наотмашь. Бочонок. Блин, бочонок никого даже не тронул. Подожди-ка. Во. Так, у нас тут храбрость еще. Давай, чеппер, выходи. Твой выход, как говорится. Давай, на бис. Так, денежки у нас 96 монет. Мало, очень мало. Как ты пробежал мимо фермера, урод, а? Смотри, что делать. Отвали, кричит чеппер. Давай, нахлобучивай их там. Блин, сколько их тут в касках-то вышло, а? Да, действительно, фермер здесь будет бесполезен, потому что у них, как вы помните, было написано, от огнестрела минимальный урон. Ё-моё! А, нет, я уже думал, чеппера завалили. Нет, чеппер у меня стоит. И, как говорится, там воюет со всеми, но его сейчас заколбасят. Да, там такая орда уже, что у него просто не было шансов. Ёлки-палки, чё, вызывать фермера? Блин, пока тут откат этот произойдет. Слишком долго. Давай, гробовщик, выходи. Так, бочку. Слушайте, а по-моему, бочка тоже, когда падает, вообще практически не наносит им урона, так как они в касках, типа, защищены. Что-то мне вот это подсказывает. Так, давай-ка, чеппер, еще разок. Сделай свой смертельный выход. Прямо из-под ног вылез, урод, а? Сдохни. Нормуль. Пока вроде нормуль, идет у нас все, но, ребята, они воскрешаются, воскрешаются и воскрешаются, блин. Так вот. Шикарно, я подчистил. Ёлки-палки, 36 секунд до волны. Это мне совсем не нравится. Давай быстрее, чеппер, вали их там, гробовщик. Давай, родные. Я, конечно, не видел, что это за волна и что она себя представляет, но, честно говоря, не хочу даже смотреть. Знаю, что это неспроста здесь все. Черт, это больно! Это больно, конечно, больно, но будет еще больнее, если сейчас мы не успеем проломать. Отлично, успели, блин, на 12 секунде, ребята. Фу, до выхода волны мы все-таки пробили эту баррикаду и идем с вами далее. Так, что у нас здесь? Так, отлично, отличненько, все хорошо. Так, это был 15 уровень, да? Да, значит, у нас... Какой нафиг 18-й? А где 16-й? Или мы 16-й прошли? Так, сложно. Черт подери, что тут можно бочку усилить? А надо оно нам? М? Думаю, пока нет смысла. Да, ребята, что-то игра глюканула. Как видите, ничего не подсвечивается. Блин. Я надеюсь, в следующем выпуске все будет нормально. Я перезагружусь и надеюсь, что будет все хорошо. Такс, блин, гробовщику не хватает всего лишь одной детали, а? Чтобы его усилить. Ну что же, давайте, наверное, начнем с 17, да, с 17 начнем проходить с вами. Поехали, глянем, что у нас тут. Уже стоит, жрет там что-то. А, блюет он. Ты смотри. Так, 20, может, 30-ку дождаться, сразу же с этого начать, со строителя. Погнал, родной. Ух, ё-моё, что там у нас за энциклопедия? Что такое там? Ух ты, ё-моё, вы посмотрите. Черт подери, как они быстро разбирают мне автобус. Опупеть просто можно, блин. У меня осталось там вообще ничего. ХПшка у автобуса просто горит весь. Там буквально плюнь на него, он рассыпется. Так, давай, строитель, добивай эту баррикаду, тебе осталось там маленько. Ну, отлично. Ёлки-палки, ну у нас, наверное, одна звезда. Потому что автобус просто наладом дышит. Но хотя бы прошли, это уже большой плюс. Так, открылась карта. Так, мы можем здесь дополнительно пооткрывать для себя. За бензинчик, естественно.
Так, ну что, тут смотрю, какой-то кубик. Что это такое? Тайник, конечно, взять. Ну-ка, что нам откроет тайничок? Ага, щетка, топливо, щетка, хлеб и консервы. Ну что же, насчет топлива-то спасибо. Энциклопедия, что тут у нас? Быстрый и опасный зомби, наносит урон без перерывов. Ага, это вот эти, которые бегуны были, выбежали, блин. Что можем сделать? Нифига, только бочку-то усилить. А ну-ка, блин, не хватает для него деталей. А у тебя? Так, консервы можно, хлеб. И опять же, одной штуки не будет хватать. А тебе? Тоже нет. Что ж там такое нужно-то вам, а? Щетка. Пускай хотя бы с щеткой бегает. А здесь вообще ничего нету. Блин. Консерву ему воткнуть. Ага, оно дает плюс 2 сердечка. Все, я понял теперь. Тут каждый элемент... Ну, следующий уровень. Всего по одному дает. Это... Грубо говоря, вообще несущественная какая-то это. Блин, дать бы себе по рукам. Нахрена я нажал на это радио, блин, а? Опять игра, короче, выкинула меня куда-то непонятно куда. Я обратно вернулся. Но опять же, без перезагрузки-то, ребята, я не перезагружался. Что у нас здесь? Миссия 13, невозможно. Спасибо тебе, блин. Так, начать испытание. Я даже не знаю, ребята, что мне тут. Испытание 2, невозможно. Все невозможно. А может быть попробовать все-таки, а? Может они врут мне все? Давайте попробуем. Йо-хо-хо-хо-хо! Сколько их тут? Это только начало. Это я сейчас кого-нибудь вызову буквально. Да нет, нет, только не бегун. Ё-моё, ребята, вы посмотрите, мне просто приходится вызывать. И это вся шабла на меня пошла. Ё-моё, ну-ка давай бочкой всех колбасить. Блин, давай-давай срочно, давай, фермер, выходи. Колбасить их тут надо всех. Жесть. Я надеюсь, мы с этой толпой справимся, больше никого не будет. Справимся, я сомневаюсь даже, что мы справимся с ними. Черт поди. Оу! Не-не-не-не-не, ребят, вы посмотрите, что творится. Целая орда бежит этих бегунов, блин. Ну, фермер, ой, фермер, строитель. Нет, тут... Не, какой нафиг, ребят, вы посмотрите, бесполезно просто-напросто. Да, действительно, испытание. Охренеть можно. Ну что же, получается, что на этой, на уровне первом мне больше и делать нечего. Единственное, что пройти со звездами, со всеми уровни. Слушайте, здесь тоже вот эта вот фигня непонятная, почему она творится. Вроде здесь так все нормально было. Ладно, там на втором уровне заглючило, багануло что-то. Ну а здесь-то с какого перепуга? Так, тихо, 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 тихо. Куда бежишь, блин? Маразматик. Упал, блин. Так, отлично. Гробовщик у меня уже бьет тихонько. Фига они, блин, бегут. Неужели тут одни бегуны у нас будут, а? Так, давай, давай, давай. Бьем, бьем, бьем. Разбиваем, разбиваем. Отлично. Блин, ну опять же я прошел... Тихо, погоди-ка. Там какой-то приз у нас лежит, да? Что это такое мы там достали? Я говорю, жаль, что опять все-таки они нас коснулись. И мы проходим не с тремя звездами. Ну, мы что-то заработали. Так, я могу кого-то усилить. Так, здесь нет, и здесь нет. А куда же тогда я могу воткнуть? Слушайте, там вроде бы как выпало что-то. Я ведь не ошибаюсь. Мне не показалось. Так, ага, порох. Плюс 2 к атаке. Слушайте, довольно неплохо. Плюс 2 к атаке. Но у меня... Черт, почему не ставится, непонятно. Возможные награды. Таблетки. Так, ага, здесь можно переключать. Ну что же, давайте попробуем здесь хотя бы пройти с тремя звездами. Не знаю, получится у меня, нет. Но попыточка не пыточка. Так, сразу тут начали валить, а? Давай, вали. Блин, фермер, ну что... Ой, фермер, елки-палки, блин. Гробовщик, что ты тут... Блин, эти бегуны, ё-моё. Ну, шериф, давай, бомби. Ай, не получится. Уже не получится пройти с тремя звездами, ребят, уже. Так, храбрость. Давай, строитель, выходи. Но единственный плюсик, что здесь можно как бы немножко заработать. Все-таки падают здесь и денежки, и
по прохождению уровня. Так, еще храбрости. Можно получить вот эти всякие там щетки, хлебушки и так далее и тому подобное. То бишь их можно усиливать до бесконечности. Ну, по крайней мере, пока деньги нам доступны. Так, ребят, мы прошли этот уровень с двумя звездами, как и в прошлый раз, блин. Печаль, печаль. Ну, а на этой ноте я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Надеюсь, баг этот у меня исправится и все будет отлично. Так что будем всех колбасить. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята.